Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал «Сельская жизнь» и я Юля. Сегодня мы с вами приготовим песочное пирожное, как в детстве. Помните этот вкус? Песочные коржи и ароматное яблочное повидло. В 80-е в каждом продуктовом магазине был кафетерий, где продавали такое пирожное всего за 22 копейки. Ну что ж, давайте, дорогие мои, приготовим с вами такое пирожное вместе и попробуем его. Нам понадобится для такого печенья следующие продукты. Одно яйцо и один желток. 1/4 чайной ложечки соли и 1/3 чайной ложечки соды. Будем гасить ее уксусом столовым. 300 грамм сливочного масла. 1 пакетик ванилина. 200 грамм сахара. 550 грамм муки и яблочное повидло. Начинаем. Взбиваем яйцо и желток. И пока отставляем. Взбиваем масло миксером. Добавляем сюда сахар. Снова перебиваем. Теперь сюда добавляем соль, ванилин, часть муки, и снова перемешиваем. Теперь вводим яйца и опять перемешиваем. Теперь соду. Гасим уксусом. И добавляем в тесто. Снова перемешиваем хорошо. Миксер убираем. Добавляем частями муку и перемешиваем сначала ложкой, а потом руками. После того, как тесто у нас готово, мы убираем его в холодильник на 30 минут. Через 30 минут достаем тесто, выкладываем его на пергамент или на бумагу для выпечки и раскатываем тонкий пласт толщиной 1,5 сантиметра. Духовку разогреваем до 200 градусов. Выкладываем тесто на противень
и отправляем в духовку на 12-15 минут. Готовый корж вынимаем, разрезаем пополам. Обрезаем края. Складываем их в чашечку. Один корж перекладываем на листик, смазываем яблочным повидлом. Сверху второй корж. И тоже смазываем его повидлом. Теперь все наши обрезочки мы разминаем в крошку. И теперь этой крошкой мы обсыпаем сверху эти коржи. Ну а теперь мы нарезаем пирожное. Дорогие друзья, всем приятного аппетита! С вами была Юля на канале «Сельская жизнь». Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк. До новых встреч! Всем пока!